Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry. Так, в прошлой серии мы, короче, с вами закупились. И, если что, я, короче, когда ливнул с игры, у меня все сбросилось. До того момента, как мы, типа, ходили за растениями и за шкурой животных. Так, давайте навыки смотреть, что у нас вообще есть в цапле. Так, винтовочка. Вы будете, точнее, стрелять навскидку из штурмовых и снайперских винтовок. Скорее всего, навскидку, типа, без прицела. Ну, это такое себе, конечно, занятие. Ну, граната, да? Бомбист. Отчет времени до взрыва бомбы. Так, это изготовление снадобья будет действовать в 25% больше, то есть шприцы, которые мы создадим. Это также работает именно по времени. Действует дольше. Ладно, значит, это не для нас. Убийство ударом сверху. Нажмите, чтобы прыгнуть сверху на врага и убить его. Это хорошее для этих убийств. Убийство ударом снизу. Так, типа, щелкните F, ну, А, убить врага стоящего выше на уступе, типа, который выше меня. Это просто улучшение для вот этих двух. Пистолет. Убийство с кражей оружия. Украдите у врага пистолет и убейте всех противников, находящихся рядом. Ну, для моей тихой игры мне нужно только вот, вот эти. А, тут есть и задание. Нужно убить из ручного оружия. То есть, чтобы еще это получить, мне нужно сделать другие находки. Ну, типа, выполнить мини-задание. Так, таймер идет, идет. Так, хладнокровные станционарные оружия будут не так быстро перегреваться при стрельбе. Имеется в виду установочные пулеметы, типа того. Мягкая посадка, меньше урона при падении. Стрелок эвальберист. Мы сможем стрелять, когда будем ехать по веревке. Твердая рука. Нажмите Shift, чтобы перекрестие прицела стало неподвижным. 22 раза дольше при стрельбе из оружия с оптическим прицелом. Ага. Перекрестный прицел, то есть когда я в режиме... А, это я... Когда я просто стою. Блин, я не знаю даже. Вот глубокий вдох, вы сможете... Ну тут типа акваланг. Вы сможете дольше оставаться под водой без глотка свежего воздуха. Это вот хорошо. Бег, марафонец. Бесконечный бег, но... Это не очень, потому что мы играем реалистичность. А вы скажете, да тебе попала пуля, как ты можешь типа отличиться, просто починив палец, как было это в той серии, когда мы упали с горы. Окей. Акула. Так, это бесшумное убийство. Серийное убийство, бесшумное убийство, несколько врагов. Расправляйтесь с ними поодиночке. Прикольно. Трюк с гранатой, вытащите чеку у гранаты на поясе врага и оттолкните его. Ну, только создать звуки. Убийца тяжеловесов. Значит, тут еще будут какие-то танки у нас. Щелкните, а, убить пулеметчика или гранатометчика. Похоже, это вот эти жабаськи. Бронированный. Получайте на 50 меньшее повреждение от взрывчатки. Не очень. Видите, ловчак. Транспортные средства и машины всякие будут, короче, получать меньше урона. Так, получается несгораемый. Получайте 50 меньше урона от огня. Тоже нереалистично. Так, здесь у нас я вижу ветвь... А, подождите, давайте тогда эту. Получите дополнительную ячейку здоровья. Ну, это типа, если в жизни качать. Если у вас, типа, заканчиваются хилочки, нажмите Q и так себе две полоски здоровья. Ага, так я могу только одну делать, хорошо. Ну, в принципе, это полезно. Это если мы будем в танк идти. Адреналин. Частично поврежденные ячейки здоровья регенерируются на 50 раз быстрее. Целебные снадобья будут восстанавливать на 4 ячейки. Это 6. Ячеек здоровья 6 штук. Хилит. Все пугающе. Правильно носить броню. Короче, экономим броню на 50%. Больше урона будет поглощать. Так, частично повреждение ячейки здоровья регенерируется на... Ой. Ну блин, за вот это вот не знаю. Вот это вот полезная штука. Паук. Паук-паук, что здесь у нас? Ботаника. Собирайте в два раза больше ингредиентов с растений. Получайте в два раза больше предметов, когда снимаете шкуры животных. Получайте меньше повреждений при попадании животных. А, при нападании животных, а врага будут сложно сбить вас с ног. То есть мы будем, ну, сказать тоже, это относится к танкам. Типа, мы не будем падать. Это, так как у меня инвентарь еще маленький, смысла нету прокачивать. Находите больше денег на убитых вами врагах.
Это хорошее, но у нас есть ограничение по деньгам. Кажется, 1000. Продавцы... Так, продавая предмет в магазине, получаете на 25% больше. Но это уже такое себе. А здесь что? Опытный лучник, вы можете достичь и накладывать на тетиву стрелы на 50 быстрее. Во время прицела будут проще удержать лук в неподвижном подвижении. Короче, вот это полезно. Это если буду с луком играть. Опытный пловец. Плывите в 25 быстрее, нажимая shift в воде. Хорошо. Бег сквозь джунгли. Двигайтесь быстрее в положение, пригнувшись. Просто нельзя. Вы будете заметнее тише ходить и бегать. Вот это вот хорошее. Типа, больше реалистичности в том смысле, что... типа, мы становимся тише, да? Типа, мы учимся, типа, бесшумно все двигаться. Но это можно. Короче, вот так. Лук. Вот так. Раз, два. А что у нас тут сверху? Подальщик. Вы сможете быстрее спрятать тело под бесшумное убийство противника. Ой, это хорошая вещь. Убийство ножом. Убийство врага, затем используя его нож, убейте другого противника. Полезная штука. Так, автоматически обыскивает убитого врага после быстрого убийства. Ну, такой 50 на 50. Перезарядка на бегу. Ловкие пальцы, перезарядка пистолета. Быстро меняйте оружие, принимая положение для стрельбы. Перезарядка штурмовых винтовок. Смотрите, вот это смысла нету качать. Перезарядка, потому что... Нет, типа скажите, реалистичности можно быстро научиться перезаряжать оружие. Но это такое дело. Ладно, разберемся по ходу игры. Но у меня больше навыков нету. Что мне смотреть? А, хотите, вот может татуировки посмотреть? Вот у меня только акула есть, паук, а цаплю еще и не изучил. То есть это цапля здесь будет, здесь паук, а здесь походу акула, да? Нет? Ну ладно, погнали. Мне просто запрыгнуть? Ау, окей. Все оказалось даже легче. Поехали. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Будем. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейс. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Нет, не ожидайтесь. Так, путеводитель. Так. Фракции. Ракьят. Ракьят живут на острове с незапамятных времен. Они видели все, как камни и песок на берегу. Они хранят секреты. Очень немногим удалось поближе с ними познакомиться и почти никому стать одним из воинов ракьяков. Кроме нас, конечно. Транспорты. Тачанка. Тачанка. Тачанка — самодельная боевая машина. Так ее называют намного короче, чем... Пикап с установленным на нем пулеметом. Или техасская парадная тачка. Ладно. Все тачанки на острове принадлежат пиратам Васа. Они обладают огромной огневой мощью, но вот бронированный у них слабый. Короче, они слабо бронированы, а где у них орудие? Не видно. Окей. Создание предмета. Ой-ой-ой. Эти знания повысят ваши боевые характеристики. Боевой симулятор. Так.
Это херь. Снадобья для охоты. Эти снадобья обеспечат вам успешную охоту. Невозможно изготовить сумочку. Сумка переполнена, а ясненько. Животным может так. Животным можно будет находить по запаху. Кроме того, пухливые животные не будут убегать при ваше приближении. Прикольно, то есть мы можем как стать своим, получается. И животные не будут плюс от нас убегать, плюс мы будем их видеть. Наверное. Ну, типа, по запаху их находить. Так. Боевой. Невозможно изготовить сумка перепонного, бла-бла-бла, понятно. Комплекс дерматологии препаратов, устраивающий эффект от ожогов на короткое время. Короче, мы меньше получаем урон ожога. Чехлы для оружия. Опа-на. Простой чехол. Невозможно изготовить нужные ингредиенты. Прочный чехол, позволяющий одновременно носить два ствола. Полезная штука. Простой бумажник. Простой нам маленький бумажник, в котором даже удобненький, в котором будет два куска долларов у нас лежать. Свинья нужна. Свинья и коза. Медицинская сумка. Простая медицинская сумка. Невозможно изготовить, нужно ингредиенты. И тоже свинья. В этом сумке поместится по 5 стадобоев. Снадобей. Так, стопаем. Боеприпасы. Ой-ой-ой, простой патрон. Пронтаж. Невозможно так. Положите в него запасные патроны для различного огнестрельного оружия. Будем с вами охотиться на дичь. Простая гранатная сумка. В эту сумку поместится от 4 гранат к 4 коктейля молотова. Так, подсумка для мин. Маленькая сумка для 3 мин и 3 заряда С4. Перевязка. Маленькая перевязка для запасных баллонов с горючим для огнемета. Ранцы для ракет, но это понятно, для РПГшки и ГМ-94. Колчан для стрел. В этом колчане предусмотрено место для 10 обычных стрел и 10 специальных стрел. Блин, ну нет, это тогда лук не очень выгодный у нас получается. Ну ладно. Навыки я пока вообще качать не могу. Окей. Денис дал тебе тотал. Теперь ты должен... А я не понял лишь одну сейчас вещь. Почему вы говорите, что у меня рюкзак переполнен? Они имеют в виду снадобьев. Да-да. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Так, советы. Так, сюжетные линии, чтобы разблокировать новые рецепты. Окей, я понял. Так, давайте по ходу игры. Так, о, новый цветочек. Так, удержите единицу, чтобы было открыто доступно. Не, ну ладно, все равно один только. Так, ракьят. Это мы читали. Растительность. Тиари. Это ароматические цветы, очень любят девушки. Их простой запах ассоциируется с молодостью. Более зрелые женщины предпочитают купаться в убитых мечтах собственных мужей. Да. Тиари. Зачем мне показывать? Я это уже прочел. Так, снаряжение, доступное в меню. Так, это я все видел. Так. Первое. Где враги? Ага, вижу. Раз. Лиза, я иду. Помечаешься? Нет, хорошо. Нам нужно сделать все тихо, либо можно просто напасть на них. Я слышал собаку. Черт. Жжет словно огнем. Надо было взять резинку. Окей, давайте сделаем вот как. Ой, там еще есть один. Найди
Найди работу. Пипец, он слепой. Сисья, мужик. Я хочу сделать все по-тихому. Так, сколько вас всего, трое? Мы с вами солсеры. То, что тут собака хавкает, мне не очень нравится. Нужно приготовиться убить собаку. Так. Вот черт. Тут одна собака? Нет, две. Так, убью сначала заднего. Потом быстро разберусь с этими. Три, четыре. Плюс собака. Давай, режь. Что такое? Лиза, я здесь! Да, я меткий. Эй, я тут. Готово. Хотел по-тихому, но не получилось. Сорян. Готово. Плюс 500. Лиза, ты где? Обязательно удерживать. Опа-на. Ребят. Калаш в руки... стал профессионалом. Блин, я не хочу удерживать. Нужно будет все-таки поискать, может, можно не удерживать. Это просто не очень так уж и удобно. Так, стопы, они где-то убили еще собаку, я как понял. Точка освобождена. Вот собака, тихо. Труп. Собачек, скорее всего, тоже мне что-то даст. Кожа, да? Исследовать, ну как, неудобно. Нужно удерживать. Блин, нужно все-таки автоматически, потому что я это спешусь делать. Так, ладно, что у нас есть? У нас есть сундучки. Джокер. Так, тут еще где-то сундук. И где, на крыше? Да нет. Внутри, окей. Фишечки. Врываемся. Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Здесь никого нет. Ее здесь нет. Да ладно. Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Найти по пути воина. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. Не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. И что? Готово захват
аванпоста. Поговори с доктором Энхердом. Новая запись, не то. Путеводитель. Аванпостик захвачен. Фракции. Пираты Васса. Вот сказать о пиратах Васса, которые прилипли на остров. Грабить, насиловать и убивать. Они хотели только одного – денег. И их не интересовало, какой ценой они их получат. Ими правит Васс. Шут Рук Айленда. Но ведь вы уже наточили свои мачете. Да, я наточил свои мачете. Так, АК-47. Ой, рабочая лошадка армии. Ополчение и террористов по всему миру. АК-47 автомат, культ и символ. Автомат был разработан в Советском Союзе по конкурсу, блин. Победителю как следовало промыливали мозги. С таким автоматом жизнь становилась простой и приятной. Калаш создал калашников. Минутка научных фактов. Так, там какая-то карта была. Я могу сохраниться в этих помещениях? Карта памяти. Так, окей. Так, давайте я продам то, что мне не нужно. Бац, бац, бац. Я ж только что карту не продал. Тихо. Ага. Особые вещи. Рук Айленд полон секретов. Карты памяти. Так, это я смотрел. Испытание ракьятов. Еще одна херь. Пираты Васса. Карта памяти. Ой, боже. Что это за слово? Кокаин? Похищенный колумбийский наркоторговец начал делиться наработанным своим картеля. В том числе он рассказывает о невероятных эффектах, методе выращивания листьев коки, переработки их в пасту и превращая в 99% гидрохлоридный кокаин. Мы рекомендуем немедленно начать производство для рынков Бразилии, Южной Африки, Северной Америки и Австралии. Все, да? Коко они тут готовят. Так, я ж могу оружие купить. Так, так, так. Давайте снайперскую винтовку, короче, возьму. Так, стопаем. Снайперская винтовка. Экипировать. Я калаш просрал. Обвеска для этого оружия отсутствует. Посмотрите. Так. Давайте я сейчас выйду. Я хочу посмотреть, какой тут прицел. О, доска объявлений. Не, хотя она бесшумная. Блин, калаш. Я покупаю калаш. Мне нужен калаш. Это у нас штурмовые винтовки. Оружие, которое я подбираю, они остаются у меня. Так. Да блин. Ай, экипировать-ка. Так. Тут есть раскраска даже. Ух. Вот это уже прикольненько. Сейчас бы раскраски делать на калаши. Но я этим не буду заниматься. Так. Хорошо, поехали. Выполнять вот эти какие-то миссии. По-быстрому все сделаем с вами. У нас с вами шоколаж. Так. Удерживать. Путь охотникам. Убейте стаю бешеных собак, прежде чем они нападут снова. Используйте
Дробовик юзать? О. А у меня дробовика нету, ребят. Дробовик. Нужно посмотреть, можно и купить. Так, поехали. Удерживать. Сделаем одно быстрое задание это. Дробовики. Ну, в принципе, я могу купить. Мне не жалко. Или не надо. Ладно, нет, не буду. Все, ухожу. Там же сказано просто предоставляю, да? С каким лучше идти. Но я с ним не пойду. Фигурка и слоновые кости. Что мне дали еще? Скавенджер. Скавенджеры. Внедорожники, произведенные на острове частными охранниками фирмами. А, охранными фирмами. Работавшие на горнодобычных корпорациях. Они вооруженные пулеметом для отстрела тех рабочих, которые спалили в столовой все панчлайны. Пускай будут панчлайны, все. Блять, еще оружие. Что за оружие? М700. Американцы до сих пор находят применение этой винтовки. С продольной скользящий затвором удивляет цвет. В 1962 году с тех пор она побывала во всех уголках планеты, приняв участие в боях во Вьетнаме, в Ираке и в Афганистане. Только если считать то, что мне... Тихо. Все, да, хорошо. Меняй машину. Надеюсь, наш друг не обидится. Блин, окей. То, что я взял его машину пока что на время. Приедем, убьем, вернемся. Готово. Так, это где? Здрасте. Оу, так не предоставляет оружие. Окей. М133. Русская гладкостволка. Не путайте с русской двухстволкой Наташи, что работает в доках. Оружие было предназначено для использования гражданскими лицами и правоохранительными органами. Эти отношения... Это относительно недорогие дробовики. Вас и его людей закупали едва ли не сотнями. Не сотнями. Короче, это дробаш херовый, как я понял. Ой-ой, перезаряжайся, ты шо, лунишь? Если я сдохну... Ой, кого-то уже... Опа, я понял. Спасибо за инфу. Осталось в живых 5 сучек. Думаю, если я зарашу, то это будет плохая идея. 6 выстрелов. Одна собака. Блин. Ребята, это тоже начинается херня, потому что у меня аж прицела нету. А в играх в основном все юзают прицелик. Окей. Так, тихо. О, хорош. Если собаки где-то здесь... Да ты тупой, что ли? Зачем ты это делаешь? О. А я их увижу, так? Где собаки?
Ё-моё. Блять, свиньи тупые. Где мне искать собак? А, я только по такие могу залазить. И веревочка. И... Я не хочу эту миссию оставлять. Незаконченную. Ладно, пойдемте бегать искать. Мачете в руках. Вот здесь вот понадобилось бы мне шприц. Тихо. Опа, опа, опа. Я могу сюда заехать. Все, 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 все. Я выполняю ее по-своему, эту миссию. Я беру... Ай, дробовик же нужен, точняк. Сорян, забыл. Убить с помощью дробовика. Ну, давайте. Юзнис шприц, да. Юзнис шприц. А, нет. Что это за херь? А собаки бешеные, что ли? Так, остался одна. Стоять. Эй, малышка, ты где? Шимики тебе принес немного патрончиков. Лицо. Блин, теперь бегай, ищи ее. Где же собака? Готово. Бешеные псы. Выполнено. Получил. О! Курица. Курица. Эта курица нужно... Ну, нужно приехать с Северного полюса, чтобы не знать, что это такое. И американские патриоты не едят кур. Мы предпочитаем натуральные бифштексы. Бифштексы. А собак мне не дадут? Так, один навык. Какие у нас есть? А, у нас еще все закрыто. А не все... Некоторые открываются. Некоторые вещи у нас открылись. Хорошо. Ну, если здесь показано, что я могу это прокачать, то здесь... А, нет. Здесь тоже открывается. Окей, ё-моё, ё-моё. Давайте пока ничего не буду прокачивать. Готово. Удерживать. Свинья. Путеводитель. Дикие животные. Свинья. Свинья не так популярна на Рук-Айленде, как кабанятина. Но свинина проще убить. Только не хвастайтесь. Джонни Маккейн, он же несколько лет мечтает о свинине и сильно проголодался. Так, что здесь у нас? А, убить. Ну, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока. И в следующей серии, да, мы убьем вот этого челика, который, походу, разыскивается. Всем пока.